Всем привет, с вами девочек Лимончик, и сегодня я реагирую на обеих. Реакции будет не ой, не будет еще больше, через 3 недели без реакции, потому что я так думаю, что ваши комменты на реакции это спам. Так что те, кто будет просить реакции, я лучше удалять будут такие комменты. И вы, наверное, все спросите: Димончик, почему ты не сделал нам реакцию? Да потому что меня уже это бесит. Мне лень. Ребята, меня это задолбало. Вот скажите мне, зачем вы меня достаете, если... Вот зачем вы меня сегодня достаете, если вы сами на меня реакции ни одной не делаете? Знаешь, я лучше закрою реакции навсегда, блин. Погнали. Ну да, 4, как всегда, первый. 27 миллион, 28. Сливки Шоу скатился. Иван Гай снова обогнал второе место. Плюс 100-500 тоже скатился. Это и то в несколько раз быстрее. Все. Плюс 100-500 испарился. Холдик уже в 2021 будет в тупе. Охренеть. Нифига себе, 4. Быстро растет. Мармок и мамик вообще быстро растут. Вы представьте, мамикс будет на втором месте. Вроде в 2025-м Social Blade говорят, что у него будет всего 20 миллионов подписчиков. О, Данкар, мой любимый, появился, летсплейщик. Вот 4, там сколько? 103 миллиона, 100 миллионов уже. Нормально. Говорят, что в 2023-м уже обгонит он PewDiePie. Ну... Я говорю про... Сейчас Мамикс на 50 миллионов у нашего любимого мчика-экспериментатора. Брайн Мамс тоже немного скатился. Всего 800 миллионов, охренеть. О, Сливки Шоу на последнем месте, но он еле как держится, тоже уже получил. Уже все блогеры тут получили рубиновую кнопку. А 4 уже получил изумрудную кнопку за 200 миллионов. Миллиард всего, офигеть. Все? Ладно. Вот он может не сказать, блин, как пользоваться сайтом, на котором я вчера зарегистрировался. Вот серьезно, он может мне сказать, потому что я в первый раз был и не знаю еще, как делать такие же хистори, как он. Я так думал, что он уже меня осенью где-то обгонит, потому что он, у него хистори лучше, чем у меня. Всем спасибо за просмотр, всем пока.